Самый частый гость всех таблоидов мира Мадонна опять напоминает о себе публике. На этот раз певица выставила на продажу свою двухуровневую квартиру в престижном районе Нью-Йорка. Свое роскошное жилище с более чем вековой историей Мадонна приобрела еще в 90-е годы. Вряд ли можно сказать, что это было тихое и уютное гнездышко. Апартаменты с 6 спальнями, 8 ванными комнатами, 5 каминами и роскошным видом на парк Мадонна желает продать за 23,5 миллиона долларов. Кажется, что желающих хотя бы побывать внутри этой роскоши будет хоть отбавляй.